На Амурском заливе автомобилист на полном ходу врезался в пассажирский автобус. По словам виновника столкновения, он заснул за рулем. Авария произошла в вечерний час пик на светофоре у санатория «Амурский залив». Автобус 114-го маршрута и Nissan Pathfinder двигались в одном направлении – по федеральной трассе за город. Автобус ехал по крайней левой полосе, внедорожник по правой. Перед светофором водитель маршрутки остановился в ожидании разрешающего сигнала. Мужчина держал ногу на тормозе, внезапно сзади раздался мощный удар. Автобус буквально подкинуло на месте, а пассажиры едва не выпали со своих мест. Как выяснилось, сзади на полном ходу в 114-й врезался джип. Светофор загорелся красный, остановился и удар. Все. Говорит, что уснул. Он заснул, водитель джипа. Скажите, вы с пассажирами были? Да, пассажиры были, салон пассажиров. Никто не пострадал, да. Люди сидели только или стояли? Да. Сидели. Скажите, как они отреагировали? Никак, шок. Все. Спросил, все нормально, ответили нормально, вышли и ушли, поехали домой. Несмотря на серьезные повреждения иномарок, никто из людей в аварии не пострадал. Все пассажиры смогли самостоятельно выйти из маршрутки и пересесть в другой автобус. Водитель внедорожника также не получил и царапины. Мужчину от травм спасли ремень и подушки безопасности. Подоспевшим автоинспекторам он объяснил, что уснул за рулем и потерял управление над своей машиной. Авария существенно затруднила движение на федеральной трассе. Полицейским пришлось в авральном режиме зарисовать схему происшествия и освобождать дорогу для других автомобилистов. А после столкновения джип смог уехать только в кузове эвакуатора.